Лихо они запрыгнули друг на друга. Ну что ты мне не сказал? Отключено внешнее питание. Звук был. Это я, как это не я. Послушай, я всегда считал, что это Сергей Валерьевич. Когда в автомобиле открываются окна, едет много народу. Итак, друзья, значит, игра два капитана. Сколько открытий? А, капитан номер один. Ну вроде кто во внутреннем круге, тот главный. Ненавижу вечеринки 30-летних, потому что на этих вечеринках полностью отсутствует сексуальное напряжение. Потому что на вечеринке 30-летних ты сидишь и думаешь, с кем же? На вечеринке 30-летних ты сидишь и думаешь, с тем же. С кем и последние 10 лет. Просто если ты возвращаешься домой с девушкой после вечеринки 20-летних, ты идешь и думаешь, боже, хоть бы она мне не отказала. Если ты идешь домой с девушкой с вечеринки 30-летних, думаешь, хоть бы она не начала приставать. Охуеть, блядь. Девушка, вы как себя чувствуете? Нормально. Вы без света едете и поворачиваете налево, включая правый поворот. Правда? Аккуратней.
живы? Да. Куда лезешь, блядь? Что, простите, сука? Блять, ёбаная! Северский 11. Какого, блядь, хуй? Новости в студии Станислав Станислав. Здравствуйте, что к этому сейчас? Здравствуйте. Вьетнамские спасатели сообщили об обнаружении сигнала пропавшего Boeing 777. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа. Согласно данным авиаперевозчика компании «Малайзийские авиалинии», на борту пропавшего самолета находятся граждане 13 стран, в том числе России. Минувшей ночью Boeing, который выполнял рейсы из Куала-Лампура,